может ли венчанный брак быть не от Бога? Не знаю. Все, что Богом благословлено, от Него. Если мы молимся при совершении венчания, искренне молимся вместе с церковью, с церковной общиной о благословении Божием на брак, значит, этот брак Богом благословляется, если канонично, со всей правдой совершается брак и венчание. Но вот не надо перекладывать на Бога, как бы перекладывать ответственность за неудачи в вашем браке. Вот что-то не получается, и некоторые скажут, от Бога ли это? Может, Бог виноват? Может быть, нету какого-то особого Божьего благоволения? И Бог всегда благоволит тому, чтобы супруги были вместе в законном браке, в церковном браке. Поэтому не сомневайтесь в Божьем благоволении. Старайтесь поступать так, чтобы ваш брак был крепким. Посвящайте себя друг другу. Молитесь о Божьей помощи. Господь обязательно поможет. Все, что по Его слову совершается, все от Бога.